Очищу маточку. Сделаем подъем кундалини и бандан. Шри Матадж, мы вас благодарим за медитацию, за все, что вы для нас делаете, за то, что вы нас поднимаете, за то, что вы открываете нас, открываете нам дух, то, чем мы являемся, открываете нам радостную, счастливую жизнь. Спасибо вам за все ваши благословения, любовь, поддержку в нашем пути. Джей Шри Матаджи. Спасибо всем за медитацию. А теперь давайте начнем обсуждение. Пишите, пожалуйста, в чат, кто хочет выйти в эфир. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Я сегодня без камеры. У меня тут немножко проблемы. Но если меня вроде меня слышно, да, бегунок бежит. Ир, напиши, пожалуйста, в чате, слышно ли меня? А то я и без микрофона. Ну, все, отлично. Что я хочу сказать? Вообще, уже давно я для себя отметила, что изучение лекций, ну, я опять-таки, я делюсь только своим опытом. Изучение лекций не дает роста и глубины. Вот я для себя это так поняла. А рост и глубину дает только медитация, причем медитация такая именно вот, медитация, интроспекция. То есть медитация, когда ты изучаешь себя, когда ты задаешь себе вопросы, задаешь вопросы кундалини, то есть только это дает рост. Что мне дает изучение лекции и обсуждение лекций? Мне это дает то, что как я могу эти знания, которые нам дает Шри Матаджи, воплотить в жизни. В обычной жизни, то есть в разговоре с новичками, в разговоре с неновичками, в разговоре с людьми, которые вообще не сахаджи-йоги. То есть вот это мне дает, то есть когда я читаю лекцию, у меня, вот я честно говорю, никаких таких осознаний, каких-то внутренних таких трансформаций не происходит. У меня как бы отмечается, ага, да, вот у меня был такой случай, вот здесь, да, вот я, вот так у меня было. Или вот здесь вот, эх, надо было, вот у меня был вопрос какой-то, да, внутри, вот в этой лекции мне дается ответ. То есть это как бы как вот в учебнике, да, руководство к действию. Вот, вот это я как бы на себе ощутила, вот что такое для меня изучение лекции. Вот, что конкретно по этой лекции? Я вот опять-таки скажу только те моменты, которые действительно у меня отозвались, что как бы я вот это вот, ну, применяла или вот... надо было применить. То, что сначала должен проявиться принцип ученика, тогда ты сможешь впитывать знания и дхарму. И только потом ты можешь стать гуру. То есть если мы не сможем быть полноценными учениками своего учителя, не впитывать и не применять его знания, то мы не сможем стать гуру ни себе, ни кому-то другому. Вот, тоже для меня очень интересный был момент по поводу ритуалов и пуджи, где Шри Матаджи говорит, что
ну, пусть любой человек проведет пуджу нереализованной, и как бы ничего не будет. То есть, что когда у человека установлена дхарма, и когда он реализованный, то материя просветляется. И вот у меня был такой пример, я дискутировала с православным, ну, с православной девушкой, вот, и на что она мне говорила, что, ну, у вас же тоже просто ритуалы, да, вот вы какие-то делаете ритуалы, и я не могла ей ничего ответить, и вот в этой лекции я нашла ответ, что любой ритуал превращается в священное действие, если это проводит человек реализованный. То есть, возможно, в церкви, если есть реализованный священник, и он там что-то проводит, может быть, действительно люди что-то чувствуют. Вот. Вот это я для себя как бы нашла ответ на вопрос. Дальше тоже вот свой пример, где Шри Матаджи говорит, в дхарме нет рациональности. Кто дхармичен, он не думает о грехе, его просто тошнит. Я вот тоже убедилась это на примере. Буквально вот компьютер включаешь и просто, например, какую-то там ленту просматриваешь или видео какое-то. Иногда просто вот, ну, вот буквально такой пример. Мне стало попадаться в интернете часто видео, где режут мыло. Вот такой какой-то сейчас такой новая мода. Мыло берут, ножом разрезают на кусочки и говорят, что это очень расслабляет. И люди, которые смотрят это видео, они прям такой вот в релаксации. И я когда стала смотреть, меня внутри все сжалось, мне так неприятно, такая какая-то тяжесть, вот практически тошнота началась, я это сразу выключила. То есть действительно, если ты так как бы дхарму, да, чувствуешь, то ты не сможешь какие-то грехи совершать. Вот. А также для меня было вот, я для себя отметила про элементы, там Шри Матаджи много говорит, что эфир – это божественное желание Бога. И через вот этот эфир все складывается так, как нам нужно. И оказывается, вот это не просто, да, как говорят там, ну, что Бог все что делает, а вот это через эфир. То есть если мы свое какое-то внимание, свои какие-то желания отдаем в эфир, и тем самым мы его просветляем, и вот это как бы эфир, это божественное желание Бога. Вот, и что нам эфир дан для того, чтобы радоваться и наслаждаться тем, что нам дал Бог. Вот еще что я там для себя отметила. Ну и самое последнее, что я хочу сказать, это самое сейчас для меня очень актуальное и совершенно непроработанное. Я обратила внимание, что у меня очень много критики и осуждения. И простых людей или ситуаций, а уж сахаджи-йогов это прям... Такая как бы тяжелое качество. Вот. И я это в себе, я это и раньше, может быть, замечала, но сейчас я решила с этим уже серьезно бороться. Вот. И здесь в этой лекции Шри Матаджи говорит, что нужно увидеть свой ум и нужно полюбить людей за то, что они ведут себя так же, как и вы. То есть нужно каждого человека не просто, да, полюбить как-то на словах, а понимать, что мы все не идеальны, у нас у каждого как бы есть куча своих недостатков, и многие недостатки, которые мне не нравятся в людях, я сама их делаю, и нужно, когда человек что-то делает, не критиковать его, а мысленно в себе понять, простить его и полюбить, и сказать, что да, я тоже так делаю, и как бы мы все несовершенны, и поэтому человек не может быть плохим, и не стоит его из-за этого осуждать. Да, и вот и тогда ты не ненавидишь, а поможешь человеку исцелиться. Ну и самое последнее для меня, это вот как бы прям предложение, которое Шри Матаджи мне прям сказала. Нужно найти в себе ту часть, ту точку, которая портит вас, которая покрывает ваше «я». Вот мне сейчас надо как-то... Такой у меня сейчас этап, что мне действительно нужно в себе найти вот эту вот, как можно сказать, одержимость или пхут, или какая-то точка, вот как Шри Матаджи говорит, которая мне мешает, которая не дает мне идти дальше, ну и просто жить. Вот, спасибо всем большое за внимание. До встречи, до свидания.
Спасибо, Рит. Ты прям те же практически вещи отметила, что и я. Кто еще у нас хочет выйти в эфир, поделиться своим опытом каким-то или пониманием лекции? Напишите, пожалуйста. Так, вот сейчас слышно, да? Я бы хотела сказать о том моменте, о котором Рита сейчас сказала, про эту точку. Здесь про эту точку, что я хотела сказать. Я сейчас вот просто хочу Шриматаджи прочитать вот это. Я видела таких людей, которые ненавидят другого человека, смеются над ним, хотя у них есть такие же недостатки. Вот почему это происходит. Есть причина, потому что в нем есть точка, которая делает что-то неправильно. И вы ненавидите эту же точку в себе подсознательно. Это то, что вы ненавидите в других. Но это не является сознательным. И если бы вы ненавидели эту часть себя сознательно, то не было бы никаких проблем. Вот. И вот на это такая очень важная часть. Но меня всегда интересовал вопрос, но не вопрос, но вот такая проблема, что то, что ты видишь в других, это есть в тебе обязательно. И от этого надо, ну, негативное видение, от этого, ну, надо это увидеть в себе, вот, вот это вот. И просто я хочу сказать, что у меня есть опыт, как это делается, как это происходит. И только вот после этой лекции я как бы поняла, что вот это и есть, вот именно та точка. Ну, например... Сначала я скажу то утверждение, которое в опыте пришло. Это утверждение такое. Если мы видим в ком-то негатив, он обязательно в тебе есть, но как-то вот по-другому завуалировано. Его надо достать оттуда, вытащить. Вот. И у меня вот такой был, ну, опыт я, у меня опытов много на эту тему, я просто поняла, что это именно то и есть. Но я просто простой один пример приведу. Когда я работала, и, в общем, мать сказала, что вы не должны никого ненавидеть, должны любить, и я вот думала, кого я ненавижу, мне надо полюбить. Ну, я вроде бы ненавидела, но то, что я своего начальника не любила, 100%. Потому что он меня заваливал работой до предела вообще. И у меня возникало такое, ну, гнев внутренний. Я могла не показывать, но внутри он был. И я вот просто сознательно решила вот полюбить этого человека, и все. И вот в очередной раз, когда он на меня опять навешивал столько работы, что я не могла справиться, и тут я к матери обратилась, ну, почему так, ну что он... Покажи, пожалуйста, как мне его полюбить вот за все это. И тут вот произошло, знаете что? Я просто хочу сказать, передать эти ощущения. Я как бы, ну, это не высокие слова, но я других слов не знала.
Я увидела картинок целиком. То есть я, он, ну, в каком-то вот пространстве. И я вижу, как он прямо трепещет, трепыхается перед начальством, перед своим начальством. Как он боится не сделать что-то. Ну, это просто картины описывать долго, да? И тут у меня возникла, ну, не любовь, но такая жалость к нему и такое сострадание. Думаю, а чего он боится-то, собственно? У него столько подчиненных, все хорошо работают и все такое. И у меня абсолютно изменилось к нему отношение. Вот сразу. То есть, когда я это увидела, мне стало его жалко. И у меня абсолютно изменилось отношение к себе. И я себя увидела, что я-то также перед ним трясусь в точности. То есть я такая же, ну, я считала себя такой, ну, меня все уважают, я умная, я то все, то есть о себе мнение высокое, да. А тут я увидела, что я так же в точности, как и он, да, перед ним, ну, вот лебезит или еще, ну, стараюсь все выполнить, что могу, что не могу. Тут у меня к себе отношение, мне было над собой, ну, как сказать, не так, что смешно, но я расстроилась из-за этого, ну, так, слегка расстроилась. Но у меня абсолютно изменилось отношение к нему, к себе и к работе, самое главное. И вот когда ты попадаешь в это пространство, да, вот это пространство есть реальность, понимаете? Все меняется, все абсолютно. Я стала с наслаждением делать то, что могу, что не могу, я озвучиваю, пытаюсь там помочь и так далее. Я прихожу домой, я не работой занимаюсь, наслаждаюсь. Ну, короче, все поменялось. То есть вот, и я поняла, что это вот, и вот вся негативность, которую видишь в другом, она в тебе есть в другом обличии. Ну, вот этот вот пример я хотела привести. Вот. И здесь еще бы на одну тему я хотела сказать. Сейчас я здесь вот немножко найду. Я хотела бы сказать именно про дхарму. Дело вот в чем. Почему вот это Шримад же такое внимание уделяет дхарме? Она здесь про дух говорит в самом конце и очень мало. Дело вот в чем. Дело в том, что речь идет об эволюции. Эволюция, которая заканчивается, ну, не заканчивается, а в сахаджиогах отражается как новый тип сознания, коллективное или вибрационное сознание. Вот, значит, наша эволюционная сила работала с самого начала, начиная с уровня материи, когда материя стала самоорганизованная, затем, ну, и превратилась в человека и так далее. Так вот, почему мы должны очищать элементы? Шиматаджи говорит, что одно осознание находится внутри вас. Ну, это та там нервная система, которая способствует нашему росту, в сознании внешнего мира. А другое осознание – это отношение между вами. То есть одно как бы в нас, а второе осознание, то, которое в нас, оно позволяет этой эволюционной силе расти, а второе является отношениями между вами. И оно является дхармой. То есть сейчас в сахаджи-йоге, когда мы практикуем становление духом, казалось бы, вот когда мы прикасаемся к духу, да, что нам нужно? Дух все как бы обволакивает нас всем знанием, всем поведением. Да? Но
вот это сравнение с солнцем. Солнце испускает лучи для всего, для каждой молекулы, каждого атома, для всего. И если все это впитывается, да, и нет никаких противоречий, то это проявляется в материи. У нас солнце, наш дух. И вот у нас не должно быть вот этого, ну, препятствия, которое бы мешало этому духу светить в нас. И это препятствие, это как раз отношение между вами, которое является дхармой. Дхарма – это и есть те элементы, которые достигли эволюции от материи до человека. И в человеке вот эти элементы, они через харму отражаются. Есть только один путь эволюции и только один Бог. И все, ну, инкарнации, значит, аспект одного Бога, между ними нет противоречий. И полная интеграция этого происходит в животе. Так вот, вот это свет, который в нас проявляется через наш дух, да, в материи, чтобы не было препятствий, этот дух должен светить. А он светит через элементы, которые достигли на этом уровне состояния дхармы. И так же, как лучи, они одинаковы для всего, в точности так же и... Но вот эти качества, ну, как бы дух светит, как лучи испускает, да, через чакры, через элементы. В точности так же это для всех одно и то же, одинаково. То есть это есть как раз вот эта коллективность, которая должна проявляться через дхарму, в отношениях между нами. И она, ну, как бы для всех одинакова. И это есть вот это коллективное осознание, которым мы являемся, когда мы, ну, вот на этом уровне находимся. То есть вот о дхарме здесь говорится только для того, чтобы мы поняли вот эту эволюцию от человека, от homo sapiens, человека разумного, к человеку духовному. Вот. То есть между всеми вами должно быть другое единение, полное единение, взаимопонимание. То есть выход на другой уровень после предшествующего. Ну вот. Что еще я хотела? Так. Ну, наверное, все. Значит, на этом я вроде это. Ну, у вас еще не все, но, наверное, все. Спасибо. Надеюсь, я покажу. Спасибо, Надежда Абрамовна. К сожалению, у вас немного тихо слышно в последнее время. Может быть, надо у микрофона будет прибавить вам громкость, но на записи мы все увеличим, будет слышно лучше. Спасибо вам за то, что вы такой опыт рассказываете. Как раз нам, мне кажется... Сказать, я бы как-то погромче. Ну ничего. Может, что-то услышали? Услышали. Это просто и в прошлый раз было так же, поэтому я уже думаю, что это у вас что-то с микрофоном. А, ну ладно, хорошо. Да. Ну, сейчас, кстати, лучше, чем в прошлый раз, громче. Вот. Мне кажется, мы все сейчас проходим вот этот период. Ну, не знаю, многие говорят об этом, и что Рита рассказала, и вы, про
реакции, про отношение к другим йогам, про то, что критика должна сменяться любовью и состраданием. Я понимаю тоже, вот, что есть этот процесс, вот вы его так хорошо описали, когда есть реакция на кого-то, и ты прям возмущен, ну как же можно так себя вести, вот он ведет себя неправильно. А потом ты видишь все это в свете сострадания, любви, и понимаешь, что ну и ты сам ведешь себя часто неправильно, и понимаешь, что каждый человек способен ошибаться, и потом придет в баланс, надо верить в это. Вот. И ты как бы переключаешь свой уровень сознания, перестаешь критиковать вообще, потому что в этом нет никакого смысла, это ничем лучше не делает ситуацию. А вот любовь и такое понимание других людей нас как йогов поднимает и объединяет нас друг с другом, потому что когда мы разъединяемся, вот мы йоги, мы, получается, как каждый один отдельный индивидуум, который борется сам с собой, со своими проблемами. А когда мы объединяемся, то мы становимся силой. И вот нас разъединяет больше всего критика, вот это, мне кажется, и осуждение. Хотя кажется, что это все так незначительно и внутренний, там, какие-то просто разговор сам с собой, можно сказать. Но это очень сильно сказывается на коллективе, мне кажется, если мы, во всяком случае, в России люди перестанут свое эго, ну, так подпитывать критикой, то мне кажется, что будет намного все лучше. Я прям на себе пытаюсь это все изменить в себе внутри. И вот к этому прийти, к пониманию любви друг друга. Спасибо. Так что Надежда Бранда и Рита. Я хочу еще добавить немножко. Да, давайте. Можно? Ау, меня слышно? Я хочу еще, знаете, что добавить? Что вот в таких ситуациях, которые для тебя очень, ну, значительны и негативны, да, лучше всего вот этот процесс проходит, когда ты разбираешься с родственниками или с близкими тебе людьми, потому что ты здесь находишь причину этого события. А ближе всего к тебе родственники, ну или близкие люди, которых ты как бы лучше знаешь. И тогда вот этот процесс, он идет более, так сказать, успешно. Вот что. То есть ты попадаешь именно в реальность, где вы как бы становитесь одним целым, то есть вот ты и тот, кто, ну, допустим, тебя обижает, да? И в этом состоянии вы становитесь одним целым. И ты видишь эту картинку извне, со стороны. Ну, тебе это показывается. Ну, я вот это называю реальностью, именно реальностью, да? И тогда ты видишь, во-первых, причину. Самое главное, ты видишь причину, почему так происходит. Почему этот человек вот, ну, вот так вот и это. И ты находишь в себе то, что вызывает вот такую, ну, такой вот процесс. Вот и все. И этого достаточно только увидеть. Все, больше ничего вообще делать не надо. Потому что все дальше делается, ну, само собой. И настолько удивительно, что ты даже и представить не можешь, что вот такой поворот. Спасибо, Надежда Браунна, за ваш опыт. Я тогда сейчас еще кое-что хотела тоже сказать из своего опыта, и кто-нибудь еще выходите в эфир. У меня в последнее время был такой небольшой опыт, и здесь об этом в лекции было написано про адхарму, И я вспомнила еще и другие лекции, где о них Шримата же говорила.
ну, когда мы живем и делаем какую-то адхарму, мы перестаем к ней быть чувствительными и становимся как бы не реагирующими на адхарму, не понимаем, что мы заблуждаемся. И я заметила, делала чистку муладхары несколько дней подряд, и поняла, что вот эта благоприятность, которая есть в муладхаре, это когда ты не хочешь делать адхарму, у тебя нету этого желания на что-то внимание не направить, ну, на неправильные вещи обращать, делать какие-то, потакать себе, ну, вот у каждого может быть свой пример, но у меня такие потакать какой-то своей распущенности, можно сказать. И вот благоприятность — это когда ты выбираешь дхарму, потому что ты ей наслаждаешься. Ты, ну, понимаешь, что адхармой ты не можешь наслаждаться. Это какое-то поверхностное удовлетворение эго, какие-то свои там... как это назвать... мимолетное удовольствие, какое-то удовлетворение, что вот я сейчас это сделаю, а на самом деле потом ты оказываешься опять в неудовлетворенном состоянии. А благоприятность дает тебе вот эту устойчивость, что ты не хочешь делать что-то плохое. И я просто Шимада же в этой лекции точно не помню, где она говорила, что мы можем наслаждаться и можем расти только когда дхарма у нас полностью установлена. Вот, и я поняла, что... И вспомнила, что Шимада же говорила о Муладхаре Шри Ганеше, что это основа, то есть от чего мы... за что мы должны держаться, и тогда мы будем расти. Вот, и такое состояние, то есть я поняла, что есть состояние йога, а есть состояние вот обычного, можно сказать, человека. И состояние йога у меня случается редко достаточно, именно когда я наслаждаюсь полностью дхармой, и мне не хочется делать что-то неправильное, дхармичное, даже думать, критиковать. То есть я нахожу в себе силы, чтобы этого не делать, потому что благоприятность преобладает, то есть она больше мне нужна, можно сказать. Вот. И еще как-то это внутри связывается с таким моментом действительно выбора. Вот вы говорили как про сознательность, и Рита, по-моему, упоминала про то, что надо ненавидеть свои недостатки, сознательно их просто видеть, свои именно, и их не любить. Я просто, ну, например, такой пример у меня есть. То есть я, допустим, делаю что-то не так, неправильно, но недостаточно, как бы, я понимаю, что это неправильно. Это портит там мое внимание, или это потакаю себе, вхожу в левый канал, там, и так далее. Но я это все равно делаю, потому что я до такой степени не ненавижу эту адхарму. Я к ней привыкла, я ее не вижу, как бы, ну, как бы несознательно я все это делаю. Если же я сознательно дохожу вот в уровне своего сознания до того, что это неправильно, я этим не могу наслаждаться, все, хватит, достаточно жить так, ну, как бы в грехе, это только вредит мне. И именно когда у меня переключается вот это сознание на то, что это действительно негативность, это действительно адхармичное, я не буду это поддерживать, вот, только тогда я могу вообще что-то себе изменить, у меня будут на это силы. Иначе вот это временное удовольствие, что меня привлекает в этом дхармичном поведении, оно будет всегда преобладать. И еще такой момент, что если у меня не будет ничего другого, чем я буду наслаждаться, я буду уходить в эти, ну, какие-то материальные удовольствия, какие-то такое... Ну, я не могу это назвать удовольствием, скорее соблазны какие-то материи, которые преобладают.
То есть если у меня будет наслаждение духа, и вот эта радость, его блаженство, за это я могу держаться, уцепиться, и тогда я не буду скатываться туда вниз. И другого пути нет, потому что если у тебя нет другого наслаждения, ты будешь просто фанатично исполнять все правильно, но это будет так же адхармично, как и материализм. Ничего не хотел сказать. Вот, и хотела зачитать такую цитату, которая мне прям больше всех понравилась. Про настроение тоже. Мы это обсуждали, то насколько, с Ильей мы обсуждали, насколько у нас часто бывают перепады настроения, может быть, это еще связано с вишуди, то есть вот с реакциями. Настроение бывает то агрессивное, то извиняющееся. И Шримата же говорит, просто отбросьте их. Они оба являются мифом. Позитивность тоже отбросьте. Это так называемая позитивность означает агрессию по отношению к другим. Вы начинаете проявлять свою агрессию по отношению к другим людям. Вы также можете нападать на других, а это еще хуже. Будьте радостными, будьте счастливы от того, что Бог дал вам. Понаблюдайте за птицами в утреннее время. Посмотрите на цветы в утреннее время, что у них есть. Они стоят на солнце, под дождем, все время испытывают влияние природы. Представьте себе нежные лепестки цветов. Проявляют ли они какие-то признаки негатива или агрессии? Они только благоухают. Пока они живы, они будут испускать благоухание. Они не беспокоятся о том, когда они умрут. Агрессивный человек не может прийти в сахаджа-йогу, не может продвинуться очень далеко. Ни негативный человек, ни агрессивный не могут этого сделать, они выпадут. Сахаджа-йога отказывается от таких людей. Вы должны быть смиренными, но вы не должны быть раболепными. В крайнем случае, хотя бы нужно знать разницу между ними. И так далее. Вот. Эта цитата мне помогает, и вот это ощущение, мы еще, по-моему, вчера у Натальи на программе, спасибо ей большое, очень хорошая была лекция, я раньше не слышала, слушали от Шриматаджи, она говорила про то, что вы должны наслаждаться духом. Илья, можете кочек немножко унести? Вот, то, что вы должны наслаждаться Богом, быть ему благодарны, радоваться вообще жизни. И я думаю, что это вот та часть, которая может вывести из состояния какого-то негатива и адхармы, которая доступна нам, йогам. Многим людям она просто недоступна. Люди не могут без реализации наслаждаться жизнью. А мы можем. И это наш такой просто суперспособность, что мы можем взять и вообще в любой момент, на каком бы мы дне ни находились, что бы мы неправильно ни делали, просто начать наслаждаться реальностью, как птицы, которые благодарны за то, что они живут, или растения. И вот это наслаждение благодарностью, Богом, оно может спасать, перевешивать вот это какое-то примитивное наслаждение каких-то реакций, вот я сейчас отреагирую, скажу там про себя, о, как неправильно, или, о, я сейчас вот проленюсь, не буду что-то делать, или там совру, никто не заметит, и, ну, какие-то вот такие вещи, ими ты не можешь наслаждаться, но ты можешь наслаждаться вот этой реальностью, Богом, и за это можно держаться. То есть у меня какое-то последнее время я чувствую, что вот негатив нашел, наплыл на меня, и вдруг я такая, ну это разве имеет какое-то значение, если есть Бог, Шриматаджи, она дала нам реализацию, и я могу этим наслаждаться, могу наслаждаться реальностью. Вот. Это не имеет никакого значения, это все растворяется, появляется чувство наслаждения, и неважно вообще, насколько все мне казалось плохим.
Вот, то есть я могу за это держаться и потом осознанно делать правильный выбор в сторону благоприятности. Вот. А не бороться самой с собой, потому что я очень долго пыталась именно бороться и заставлять себя делать что-то правильно. Вот. Ладно, спасибо большое. Я пыталась как-то объяснить, как это чувствую. Это, может быть, достаточно сложно получилось. Вот. И то, что сейчас пытаюсь понять. Может быть, в следующий раз получится лучше объяснить. Кто еще у нас хочет выйти в эфир? Вот. Надежда Петровна есть, я вижу. Выходите, пожалуйста, в эфир. А Настя тоже Арефьева. Выходи, давно тебя не было, присоединяйся, пожалуйста. Джейфри Матаджи всем. Эта лекция мне в этот раз очень как-то откликнулась в сердце, потому что я как бы очень мало знала про Void. И вот когда надо было вести новичковые программы, мы даже иногда пропускали эту чакру, так как бы не было, не очень было что сказать про них. Как бы все знают только основные вещи, что Void это отвечает за принцип гуру в нас, что там есть первозданные учителя, их принципы, их энергии вложены в Void. Но в этом лекции мне откликнулись некоторые моменты. Сперва Шриматаджи здесь пишет про внешнее очищение. Что внешнее очищение помогает вам в одном. Брахманада становится шире, нади, которая находится в центре сушумны. Чем шире проход, тем меньше давления. Поэтому для подъема кундалини есть больше шансов. Так как я раньше занималась очень много чистками, сейчас их делаю меньше, но все равно как-то возвращается вот это знание изнутри, что все-таки без чисток сложно восходить. Не знаю, как другим, но мне как-то возвращается такое знание. И вот здесь еще Шриматаджи это подтверждает. Но в сахаджа-йоге мы улавливаем тончайшие нити кундалини, ее микроскопические нити внутри, и вытягиваем их наружу. И за счет этого вытягивания нитей наружу, что происходит? Это то, что чакры определенно становятся просветленными. Они расширяются. Вот как мы расширяем сушумну, увеличивая брахманади. Это трюк сахаджа-йоги. Я и раньше замечала, когда я вот чищу снаружи, а сейчас еще появилась настоящая медитация, когда я чувствую единство с божественностью, интроспекция, и тогда все вместе, когда все я делаю, изменения, они происходят просто спонтанно, в сахадж-образе. И дальше здесь Шриматаджи пишет много о дхарме, что в дхарме нет рациональности. Тот, кто дхармичен, совсем не думает о грехе. Я не думаю об этом, но меня сразу же начинает тошнить. Там Шриматаджи писала один пример. В этом нет рациональности. Это против человеческого существования. Это неразумно. Те, кто живет в грехе, перестают его чувствовать через некоторое время. Они становятся нечувствительными к нему. Но грех – это грех. Поэтому, когда мы развиваем внутри себя нечувствительность, мы становимся дхармичными. Когда мы чувствительны греху, тогда мы дхармичны. И вот это она пишет в первой части, а потом дальше она тоже пишет, что «но если вы убираете оттуда свою рациональность и просто смотрите сами, тогда приходит мудрость, и вы просто делаете то, что мудро и хорошо для вашей духовности». И еще один момент, чего я не знала раньше про Войда, что Шриматаджи пишет, в том смысле, что все, что здесь идет не так, портит ваше внимание. А если ваше внимание испорчено,
то испорчено и ваше сознание. Внимание находится в животе, в войде. Вот почему считается, что войд очень важен. И когда у вас были плохие гуру, вы читали ужасные книги, принимали их как факты к истину, тогда ваш войд испортится, ваше внимание испортилось. Оно может идти к неправильным вещам. И вот это мне очень показалось интересно, и как бы я, прочитав эту цитату, получила ответ, что как внимание, почему мое внимание еще все не установлено, и она все еще уходит вот к этим, к этим искушениям. Оказывается, одна из причин – это нечистота войда. И я помню, когда я работала в Боротине, в детском саду сахаджа-йогов, там мне одна сестра рассказала, что ваши рекомендовали вставать в 4 утра, делать тазик и читать имена Шри Адигуру Дататрея. И как я это услышала, я сразу начала делать, и я почувствовала сразу, как это помогает. И вот в этом летом, когда я была, в прошлом летом была в Нойде, я тоже это как-то вспомнила, пришла информация, и каждый день в 4 часа вставала и чистила войд. И изменения, конечно, были большие и в плане вибрации, и в плане внимания, но я еще не знала, что очищение войда так может влиять на состояние внимания и осознания. И вот в третьей части еще Шриматаджи пишет, но с левой стороны она обладает еще большей силой. Эта вода очищает вас, ваши грехи, направляет ваше внимание и закрепляет его на дхарме. Итак, ваше внимание не уходит, и вы не испытываете никаких искушений. Ну, наверное, на этот раз все. Когда мне самое важное было услышать про войд, и я так думаю, что после прочтения этой лекции я опять начну работать со своим войдом, так как я чувствую, что он так и не очищен, не очистился. И, может быть, из-за этого я все еще не могу установить внимание и все еще поддаюсь вот этим всем искушениям. А еще Шриматаджи там писала про то, что надо избегать крайностей. И я этого никогда не слышала как бы в лекциях Шриматаджи. Но я заметила про себя, что у меня такой характер, что я очень склонна к этим крайностям или белая, или черная. И оказывается, что это тоже надо избегать и просто менять. И еще хотела поблагодарить, что все-таки происходят вот эти обсуждения лекций. Для меня это как, не знаю даже как сказать, как духовный университет, когда мы можем просто собраться и делиться своими духовными знаниями, духовным опытом, потому что, ну как бы мы сахаджи-йоги, мы, нас выбрала Дишакти, и мы откликнулись на это, что мы станем другими человеками, другой расой, высшей расой. И, как Шриматаджи говорит, мы просто должны менять свои привычки, должны менять свой образ поведения, мышления. И я для себя что осознала, что вот, что появилась Нирананда, что вы делаете обсуждение лекции, это первые шаги просто к другому общению. И я надеюсь, говоря про себя, что благодаря вот этим всем встречам, обсуждениям поменяется мое, поменяется мой образ, как я общаюсь, как я говорю, про что я говорю. И вот на эти выходные приезжала ко мне сестра, мы очень долго не виделись. И вот она даже заметила, что моя речь поменялась, что я совсем по-другому разговариваю,
И как-то меня больше уже не интересуют вот такие разговоры, где ты просто сидишь и болтаешь ни о чем, как обычные люди, нереализованные люди. И даже когда общалась с сестрой, и я заметила, как это, ну, просто вот приходит наслаждение от каждого слова, которое я говорю, что оно духовное, оно только про духовность, про высшие знания, которые через меня Шриматаджи может передать другим. Так, спасибо еще раз, что есть такая группа, есть люди, которых Шриматаджи собрала и которые просто хотят духовно расти. Джей Шриматаджи. Спасибо, Лина. Очень интересно. Я тоже, вот ты обратила внимание на то, что это void внимание. Я тоже об этом сейчас подумала. Вот. Но Муладхара, наверное, очень связана с войдом, и я пыталась чистить Муладхару, чтобы очистить свое внимание, и оно не шло на какие-то неблагоприятные вещи. Наверное, тоже void почищу. И вот этот эффект чистки чакр тоже очень хорошо прочувствовала. И в лекции было сказано Шриматаджи, что чистка чакр расширяет наши брахманади и дает просто возможность кундалини подниматься уже, когда мы медитируем, я так понимаю, расти. Вот, и я именно это почувствовала, когда чистила Муладхару несколько дней подряд. Я потом просто поняла, что вот этого ощущения у меня просто не возникало во время медитации. Но возникало какие-то отдельные, когда я очень хорошо медитировала и, возможно, тоже чистилась. Вот. Но то, чтобы оно постоянно было, вот это ощущение, когда ты выбираешь, можешь выбрать благоприятность, и тебе это нравится, вот этого не было. Именно чистка помогает, расширяет какие-то новые вот эти пути для кундалини, чтобы вообще просто сознание началось изменяться. И ты мог пройти в какую-то область, в которой ты просто не мог медитации добраться, кундалини тебя не могла вывести. Спасибо за опыт. Очень приятно тебя слушать. Кто еще у нас хотел выйти в эфир? Пожалуйста, присоединяйтесь. Я вот хотела бы к йогам обратиться. Здесь есть такая фраза у Шриматаджи. Меня в тупик она приводит. Может, кто-то может сказать что-то. Эта фраза такая. Когда вы научитесь этому должным образом, тогда вы сами станете гуру всего мира и Вселенной. Но это имеется в виду, что эволюция проходила от материи до человека. И ну, вот так как она проходила, то вы вот так же должны этому научиться. Вот, вот это вот стало совсем непонятно. Когда вы научитесь этому должным образом, тогда вы сами станете гуру всего мира и Вселенной. Надежда, прям я вот нашла эту цитату, и тут же написано, что все, что находится там, в войте, дается нам через нашего гуру, в нашем собственном существе, гуру внутри нашего существа, то есть вот эти 10 первозданных учителей,
которые являются учителями, которые учат нас. Желудок учит нас, то есть желудок – это наш гуру. И дальше про то, что амеба стала человеком благодаря этому голоду и благодаря тому, что она училась, видимо. И вот если, когда мы научимся должным образом всему, что несут эти гуру, тогда мы станем сами гуру. Ну, это я так поняла, не знаю, как кто другой скажет. Вот. А почему-то, когда я читала, сейчас перечитала, другое осталось впечатление. Когда читала, мне почему-то показалось, что когда мы научимся быть учениками должным образом, тогда станем гуру. Возможно, это было в другом месте где-то. И тоже я хотела потом сказать, а потом забыла, что ученик, он же смиренный, и он ученик Шриматаджи, мы ученики Шриматаджи, и когда мы становимся просто учениками, не стремимся стать каким-то гуру, мы просто стремимся впитывать от Шриматаджи, тогда только мы можем быть и кому-то, что, ну, быть каким-то гуру, с каким-то принципом гуру, и чего-то, ну, нести другим людям. Только когда мы сами очень сильно смиренны перед Шриматаджи и являемся истинными учениками, тоже у меня это вот дополнилось в лекции. Спасибо, Ира, за то, что ты нашла эту цитату. Да, я тоже вот ее нашла. И здесь сказано, желудок учит вас, желудок вас гуру. И вот здесь сказана очень важная вещь, амеба стала человеком. Так? Ну, благодаря голоду, да? И если бы не было голода, она бы не эволюционировала. И голод учит вас этому. Когда вы научитесь этому должным образом, тогда вы сами станете гуру всего мира и вселенной. Она здесь как раз про инкарнации не говорит. Инкарнации приходили тогда, когда человечество не имело самореализации. И инкарнации учили дхарме. А сейчас, мать говорит, сахаджи-йога делает это все по-другому. Вот. И поэтому вот по-другому, вот здесь это говорится благодаря желудку, да? То есть эволюция шла, ну, вот таким способом. А теперь мы должны перейти вот от уровня человека к уровню, допустим, сверхчеловека, да, таким же способом, как идет эволюция. Вот в чем дело. И тогда вы станете гуру всего мира и Вселенной. Но как это сделать? Это, ну, такая фраза очень абстрактная. Вот. А вот как это конкретно? Мы же не будем изучать всех, ну, все, что говорил каждый гуру, потому что они говорили для своего времени, когда не было сахаджи-йоги. А Шриматаджи здесь ясно сказала, что мы идем по-другому. То есть сахаджи-йога работает по-другому. Вот. Ну, то есть вот эту фразу, я считаю, ну, ее надо как-то осознать. Ну, в общем, меня она вот как-то это... Еще ответ не найден. Ничего. Со временем узнаю. Не знаю, меня просто не смутило она, поэтому я не пытаюсь что-то понять, если оно так сильно, ну, непонятно, то оно отложится, и потом, может быть, все понятно. Мне кажется, нас также ведет голод, так же, как и амебы, к эволюции. И если именно вот этого голода нету, голода духовности, то мы никуда не будем развиваться, нас будет все удовлетворять. И даже сахаджи-йогов, если у них нету этого стремления дхарме и неудовлетворения какой-то, ну, не духом, то есть если нет стремления к духу, то мы и не растем. Поэтому мне кажется, то же самое, что и у амебы, ну чисто вот мое представление. Если что-то еще кто-то хочет сказать, пожалуйста, включайтесь.
Вот. И если уже никто не захочет выйти в эфир, тогда мы закончим обсуждение и начнем медитацию небольшую. Давайте помедитируем на столб Шри Матаджи. Сделаем поклон Шри Матаджи. Пожалуйста, ведите нас в состояние медитации. Пожалуйста, уберите все наши мысли. Сделайте нас чистыми, полными каналами божественности. Джай Шри Матаджи.